Сегодня в России день памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. По традиции, в памяти о коллегах, руководство и личный состав МВД Почувашии, представители общественного совета, ветераны, кадеты и близкие полицейских возложили цветы к памятнику в сквере защитников правопорядка. В скорбном списке МВД Республики 101 имя тех, кто навсегда остался нести службу. Завершилась встреча чаепитием с матерями и вдовами погибших сотрудников.